Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в очередном видео. В этом уроке я подготовил для вас виджет, кнопка с интересным эффектом. При наведении у нас идет вот такое смещение, такая подложечка. То есть, если мы наводим мышь, то как бы задний вот этот белый прямоугольник, он становится первым, меняет цвет и также меняется цвет у самого текста кнопки. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Из библиотеки виджет я перетаскиваю, как обычно, на холст. И давайте сразу посмотрим настроечки. Первое. Поле текст. Ну, соответственно, это поле для ввода текста кнопки. Пишем что-то свое. И нажимаем Enter. Текст у нас применился. Дальше текст size. Это размер текста кнопки. Можно управлять стрелочками вверх-вниз. При этом увеличивая или уменьшая размер текста кнопки. Итак, следующие поля. Это у нас высота кнопки по умолчанию 70. А ниже 200 это у нас ширина кнопки. Можем этими полями увеличивать размер кнопки, управляя либо стрелочками вверх-вниз, мышкой, да? Либо можно прямо здесь в поле вписывать нужное значение. Так, переходим дальше. Здесь понятно. Текст Color. Это первый цвет текста на кнопке, который у нас по умолчанию, то есть которая видимая, да, то есть не которая сзади, подложка. Сейчас это видно, это такой темно-синий, здесь сразу видно в Muse, что это синий цвет. Можем, например, сделать красный. Текст Hover Color – это текст при наведении, то есть на какой сменять цвет, когда мы наводим мышь на кнопку. То есть, соответственно, этот цвет, он появляется на второй подложке, которая появляется при наведении. По умолчанию находится сзади эта подложка. При наведении на кнопку она у нас становится как бы впереди, а та, которая была впереди, по умолчанию она как бы отправляется назад. Соответственно, текст Hover Color вы уже сами решаете. Тут в зависимости от бэкграунда кнопки, то есть заливки, которая управляется здесь Background Color 2. То есть видно сразу Background Color 1, видно, что белый цвет, это у нас по умолчанию кнопка, да? Давайте, например, сделаем какую-нибудь желтоватую. Вот, а, например, вторая подложка, заливка кнопки, она будет у нас, например, наоборот, белая. Соответственно, текст Hover Color, белый, текста не будет видно на белом фоне, да? Здесь можем поставить, например, черный, чтобы просто видеть, как это работает. Надеюсь, я понятно объяснил. Давайте сразу посмотрим в браузере. Вот о чем я и говорил. По умолчанию кнопка желтая, цвет текста на кнопке красный, сзади подложка белая. Если я навожу, подложка сзади поднимается вперед, и текст черный на кнопке. То есть вот как раз сейчас то, что вы здесь видите. Вот так вот это здесь все это работает. Здесь не предусмотрено внедрение непосредственно через настройки виджета внедрение ссылки, но это очень легко сделать. То есть смотрите, помимо ссылки, что еще мы можем сделать? Вы кнопку выделяете, выбираете инструмент текст, и, например, еще вы можете задать какой-то шрифт для текста кнопки. То есть сейчас, в данный момент, я поменял шрифт на более жирный. Ну и ссылка вешается, то есть абсолютно одинаково. Выделяете кнопку, наверху в панели Muse, гиперссылки, открыть сразу можно в новом окне ссылку, да, вы это уже должны знать, как это делается. Ну и вот здесь вот добавить или фильтровать, вы прописываете любую вашу ссылку. Все, кнопка готова. И потом, если у вас это какое-то меню, вы просто зажимаете Alt на клавиатуре и левой кнопкой мыши зажимаете кнопку, оттягиваете в сторону, отпускаете сначала мышь, потом Alt. И, соответственно, здесь уже меняете текст кнопки на какой-то другой. И таким образом можно сделать целое меню для вашего лендинга. И у нас получается, то есть без проблем у нас все работает. Ну и, соответственно, я прикрепил ссылку. Если я кликаю, в новом окне открывается тот сайт, который я включил в данную кнопку. Вот такой вот виджет. Если вас виджет заинтересовал, скачать вы его сможете на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. На этом здесь все. И увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов.
121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.